Всех приветствую. Продолжаем рассматривать работу художников и скульпторов Хоакин Бильбао Мартинес, испанских культур. Конная статуя Фердинанда III Кастильского на площади Нуэва в Севилье напротив ратуши была сделана им. Хоакин Бильбао родился 27 августа 1864 года в Севилье, был братом художника Гонсало Бильбао. Начал учебу в колледже Сан-Альберто Манио, получил степень бакалавра в провинциальном институте. Во время обучения в средней школе он вместе со своим братом Гонсало посещал занятия по рисованию и акварели у профессора Педро Вей. В 1881 году, получив степень бакалавра, он поступил на юридический факультет Старого литературного Севильского университета. Я цитирую Википедию. Закончил учебу на юридическом факультете в 1887 году. В 1890 начал работать в юридической фирме. В возрасте 29 лет оставил профессию юриста, чтобы посвятить себя скульптуре. В 1900 году Бильбао переехал в Париж, где в течение 4 лет посещал Академию изящных искусств. За это время он также совершил поездки в Бельгию, Нидерланды, Германию и Англию. Во время своего пребывания за границей он не терял контактов с Академией изящных искусств в Севилье и с национальными выставками Испании. А в Нидерландах и Бельгии учился на работах Константина Менье. Это бельгийский художник и скульптор. Вернулся в Севилью в 1904 году. В октябре того же года Академия изящных искусств включила работы Бильбао в список скульптур провинциальной комиссии по охране исторических и художественных памятников. В 1909 году переехал в Толедо и стал профессором школы искусств и ремесел. В этом городе он также был хранителем Дома-музея Грек. В 1902 году был назначен обычным командующим гражданским орденом Альфонса XII, так написано в Википедии. В 1912 он вернулся в свой родной город, где оставался за исключением каких-то небольших поездок. С 1914 по 1919 год в его мастерской был ученик Энрике Перес Комендадор, который сделал бронзовый бюст своего учителя. Бильбао умер 30 января 1934 года в Севилье в возрасте 69 лет. Ну вот так вкратце из Википедии о испанском скульпторе Хоакин Бильбао Мартинес. Пока-пока, до свидания, смотрим работы.